Казахстан, Монголия и страны Средней Азии. Катрин Алакбаров. Нашей замечательной конференции, и первым делом мы бы хотели у вас кое-что спросить. Дайте нам почувствовать, что вы сейчас чувствуете. Как ваше настроение? Как вам вообще Египет? Вам нравится, где вы живете? Как вам гостиницы? А вы сегодня ночью вообще спали? Молодцы! В бассейне были? Везде успели фотографироваться? Молодцы! А как пляж? Сегодня были на пляже? Как вообще Шарм-эль-Шейх, Египет? Египет – это успех, и вы самые успешные лидеры компании «Орифлейм». Доброе утро всем! Спасибо, спасибо, друзья, за такой теплый прием. А мы сейчас будем делать перекличку всех тех, кто находится в этом зале и кто передает свою замечательную энергию. Катя, начинай. Да, я очень рада приветствовать мои любимые менеджеры из моего региона. И приветствуем 31 участников из Туркменистана. Но, к сожалению, они не здесь, поэтому что из-за трудности с визами они не могли приехать. Но давайте еще раз аплодисменты для Туркменистана. Приветствуем 31 участников из Узбекистана. Участников из Таджикистана. 22 Киргизстан. Приветствую. 45 участников из Монголии. И давайте приветствуем Казахстан. 195 участников. И мы приветствуем участников из Грузии. 72 человека. Из Армении 45 участников. Из Азербайджана 58 участников. И из Молдовы 60 участников. И из Украины 422 участника. Украина! Добро пожаловать! А я с удовольствием представляю мой регион. Приветствуем братская Белоруссия, 145 участников. И, наконец, самая большая делегация сегодня из России, 765 участников. Спасибо большое, спасибо. Друзья, у нас будет сегодня очень много чествований. Мы, собственно, отчасти и собрались для того, чтобы почествовать вас за особенные результаты. И мы начнем с того, что отметим особенных людей в наших рядах. И я хотел бы начать. Давайте мы услышим историю очень интересного лидера, который находится сегодня в этом зале. Это директор из города Архангельска, ярославский филиал. Сиди, сиди пока, я расскажу твою историю. Она стала консультантом в 14 лет, а директора закрыла в 16, будучи ученицей 10 класса, друзья. 15 сентября ей исполнилось 17 лет. И такая небольшая история из жизни. У Яночка как-то, идя в школу, забыла обувь на физкультуру. И ее добрая, в кавычках, учительница сказала,
ну раз ты консультант Oriflame, ты такая бизнес-леди, давай-ка иди да и покупай себе кроссовки. Яна взяла, да и на честно заработанные в Oriflame деньги купила себе новые кроссовки и пошла на физкультуру. Поэтому давайте поприветствуем сейчас. Это Яна Пшеницына, директор, 17 лет. Яночка, это тебе. Молодец, так держать. Спасибо. У меня тоже есть история. Светгюль Бегалеева из Киргизстана. Сейчас золотой директор, и она закрывала в течение года 3 новых звания. У нее сейчас здесь с собой 12 менеджеров. Она была в прошлой жизни бухгалтер, но в Oriflame воплощала много своих мечт. И у нее сейчас новая квартира в элитном доме. Первый раз в жизни она была за границей на золотом конференции в Валенсии. И как быстро растущий директор, лидер, у нее была индивидуальная встреча с Магнусом Бранстромом. И они не только говорили об бизнесе, и у них удалось сделать и селфи, как вы видите на экране. Поздравляю, поздравляю, Светгюль Бегалеева из Киргизстана. Обратите внимание на эту великолепную статистику, с которой вы приехали на конференцию. У нас на сегодняшний день в регионе есть около 1000 менеджеров, которые поднялись на 3 и более ступеней на лестнице успеха. Аплодисменты вам, друзья! 613 закрыли звание директора и выше, и 120 директоров закрыли новое звание. Аплодисменты вам! Продолжаем чествование за стремительный рост. Да, то, что вы видели сейчас на экране, это, конечно, удивительный рост. Но у нас есть и уникальное, совершенно невероятное достижение, которое мы сейчас хотели бы и чествовать. Итак, хочу нам напомнить, что критерий участия в конференции менеджеров – это, конечно же, рост, поэтому каждого из вас лично можно поприветствовать с таким достижением. Тем не менее, среди участников нашей конференции есть 999 менеджеров, которые перепрыгнули свой план по процентному уровню на один или более уровень. У нас есть 418 из участников, которые перепрыгнули на 2 уровня, 370 на 3 уровня и 133 на 4 уровня. Но, аплодисменты, очень правильно, но. Есть, друзья, совершенно невероятные люди в наших рядах. Есть невероятный рост, суперстремительный, потому что 52 участника нашей конференции присоединились к Oriflame в течение прошедшего года. И уже квалифицировались меньше года от даты регистрации, и они в Египте. Аплодисменты им, друзья. И поэтому сегодня вот эти 52 выдающихся результата мы хотели бы позвать на эту сцену и отметить их вместе с вами. Для награждения, для чествования этих результатов я хочу отдельно пригласить на эту сцену. Давайте встретим. Это наш исполнитель и вице-президент по коммерческому маркетингу, бренду и коммуникациям, глава нашего региона СНГ Йохан Розенберг. Итак, встречаем на сцене
Армения, Нона Айвазян, Анман Арадунян, Сусана Григорян, Софья Растамян, Нарине Хачатурян, участник из Азербайджана Елена Халиулина, Беларусь Ирина Миранович, участники из Грузии Нино Архажишвили, Тея Назадзе, Илхем Разагулиева, Дилиджан Чачанидзе, Нина Чиишвили, участник из Киргизстана Галина Давыдова, участники из Казахстана Майрангул Аутбай, Нарбуви Аханова, Перузанан Басейнова, Шолпан Джакулова, Урляна Есназарова, Райхан Исахова, Берик Кубаев, Жанат Маженова, участники из Монголии, Амарцов Белорусоцек, Цекмет Галанчуу, Бамбандош Дайарма, Курапцерен Ухамарши, Иван Наратуня, Ивримет Очербат, Батар Оюнчурде, Максаржа Куравесурен, Ухна Тангалак, Лакхва Эрден Саньол. Встречайте, участники из России. Зарипат Алибекова, Алена Валентеева, Анна Гейжа, Ирина Гусельникова, Яна Давыдова, Гулила Гульбай Хазыричева, Екатерина Касьянова, Гульзара Курбанова, Светлана Лазарева, Елена Носкова, Фатимат Раджабова, Саида Раджабова, Ангелина Саихнурова, Елена Скрыльникова, Елена Сыстерова, Аида Тарагулова, Евгений Чагин, Ольга Шибакова, Ольга Агеева, Андрей Качура. Участники из Украины. Ольга Агеева, Андрей Качура.